Катя, давайте куда-нибудь. Катя, моя Катя. Друзья мои, это очень волнительно то, что сегодня происходит, потому что вот 4 года назад я был только успешным предпринимателем. Вся моя жизнь была посвящена семье, Катя, моя супруга, мои 4 детей, наши 4 детишек, 2 мальчика, 2 девочки и мой бизнес. Замечательный бизнес, дело, которое мы с моим партнером зачали еще там в университете давным-давно, да? Вот полностью вовлечен. А 4 года назад что-то произошло, и все изменилось. Все изменилось. 4 года назад мы с Катей решили создать Рыбаков фонд. Значит, ну, такое название он получил, да? Но мы решили... Очень много времени нашего, персонального, личного нашего, посвятить тому, чтобы сделать так, чтобы, ну, в общем, добавлять миру то, чего миру не хватает для процветания. Мы решили этому посвятить всю нашу вторую половину жизни. Вот, мы решили не оставлять наследство детям. Именно тогда мы решили. Мы решили оставить нашим детям наследие. Ну, а также и вашим детям, и всем нам, вот всем, и себе, да, оставить наследие. То есть, как оставить? Создавать наследие в виде того, чего миру не хватает для процветания. Ну, так, чтобы мы в нем жили, и мы жили, и вы жили. Мы все вместе жили бы вот в этом наследии. Вот тогда все изменилось, тогда начался Рыбаков фонд, тогда начался путь. Значит, совершенно новые, неизвестные до того момента для меня вот эти реалии, там, блогерство, публичные выступления, книга писательства и очень много-много-много разных других вещей. Песнопение, вот недавно, рэп. Да, рэп и разные вот эти штуки, вот. Ведь на самом деле я хотел вам рассказать, что на этом пути все началось с огромного фейла, с огромного провала, потому что я думал, что мы... Я думал, что имея огромный опыт за плечами бизнеса, это будет достаточно легко, ну что там, ну идеи, там, да, мы начнем, мы возьмем пиарщиков, мы возьмем, там, не знаю, корреспондентов, мы запишем интервью, мы быстро достаточно распространим миру те идеи, те моменты, которым не хватает миру для процветания. Вот, но какого же было мое удивление, что мы получили полный фейл. Пиарщики, телевизионные журналисты, все получили, все интересовались историями там, про Трамп, про криминал, про что-то такое. Не особо никого из журналистов не интересовали истории про то, как в нашей стране, в нашем обществе, из наших людей, вместе с нашими людьми, да, с нашими головами, мозгами, как построить такое будущее, которым гордиться. Особо никого не интересовали. Так, на задворках. Если тут сейчас есть представители прессы и телевидения, да, не судите меня строго, но это так. Основной трафик, основные публикации посвящены всякому резонансному явлению. Там, криминал, изнасилование, случаи, происшествия, никому не нужные никчемные новости про биткоин, про блокчейн, про черти что. Вот, и это был гигантский фейл, потому что на самом деле отчаяние, потому что на самом деле мы были, у нас было полное бессилие, потому что на самом деле мы ощутили, что мы не реализуем свою миссию. Мы не сможем добавить миру то, чего им не хватает для процветания, то, о чем мы знаем как, но мы не сможем. И удивительно будет, может быть, узнать, что именно тогда я позвонил своему одному другу своего друга, он был известным YouTube-блогером, и я ему сказал: слушай, что делать-то?
помоги мне. А интрига-то в том, что 2 года назад я сказал ему же, при всех там публично сказал, что YouTube, Instagram и вообще вот это все такая ерунда полная, да. И тут я звоню, значит, ему говорю, а он такой говорит, да все, давай встретимся. И мы встретились, пьем кофе. И он говорит, ты мне сперва расскажи, для чего ты это делаешь, почему, что, как. Вот. Я ему тогда рассказал про нашу миссию добавить миру то, что не хватает для процветания. Про нашу идею, что каждый состоявшийся человек обязан и ответственен предоставить доступ к смыслам и практикам, которые сделали его успешным. Вот про все вот это рассказал, и, конечно же, рассказал про гигантский фейл с традиционными медиа и подходами. Ну, он рассмеялся. Прямо вот рассмеялся, я думаю, ну все, что-то какое-то я сделал. А он рассмеялся и сказал, Игорь, так все же очевидно. Ты сам должен стать публичным спикером, YouTube-блогером, там, Instagram-блогером. Ты, слушай, ну, директор, сейчас мир такой. Я говорю, да ну, камон, ты че? Я там пошел, чтобы, да нет, ты че? Я представить себе 2 года назад не мог, что это может произойти, и сказал, нет. Тогда он спросил, Игорь, а что твой самый большой страх? Чего ты боишься? Я вижу, что ты боишься. Я говорю, ну, конечно, я боюсь, я приду, я с нуля. Здесь-то я в бизнесе, вон, ого-го, чего, да? А там я приду, никто, ничто, звать никак, и приду с нуля, значит, начну. И, ну, знаете, как, когда новичок начинает, да, ну, там все там, а, вот там. Я говорю, ну, вот, мне действительно страшно начать все с нуля и... Он говорит, хорошо, это понятно. А что еще тебе страшного? Спросил он. Ну, я говорю, мне страшно провалить мою миссию. Ну, то, что мы придумали, то, что оно будет нереализовано. Он говорит, хорошо, а что тебе больше страшно? Ну, там, то или это. Я говорю, ну, раз в 10, а то и в 100 раз страшнее мне провалить свою миссию. И знаете, что он сказал? Он сказал, Игорь, обними свой самый большой страх. Он сказал, Игорь, твой самый большой страх, твой самый большой друг. И где-то в этот момент со мной произошло удивительное. Вот все те страхи, которые меня блокировали от того, чтобы пойти... заняться, доносить самому вот эти идеи до мира и так далее, они, эти страхи вдруг в этот момент стали просто задачами в to-do-лист, ну, в листе моих задач. И в этот момент я понял, что в этот момент я понял, как это работает, что самая, какая здоровская штука, когда твой самый большой страх, это страх не реализовать твою мечту. Как страх не реализовать свою мечту превращает все другие страхи просто в задачу. Ну вот как это у меня сработало? Ну вот у меня был страх выйти на сцену, я не очень нравился, когда я вот так вот на селфи себе делал. Да? Так думаю, что это за пухлая морда там? Ну вот не нравился, да? Вот сейчас я на 10 килограммчиков так раз. Вот, и сейчас нормально так, я так смотрю, говорю, о, ничего так, Катя, как тебе, кстати? Вот, да, а еще мне не нравилось, как я формулирую мысли, потому что когда я однажды оказался на конференции, где был Ник Вучич, кто знает Ник Вучича, руку поднимите, и он так формулировал ясно свое сообщение, и, конечно, по сравнению с этим... так сформулированным сообщением, мои все сообщения были, ну, так, что-то, как размазанное что-то вот такое, вот такое. И мне было страшно, и я очень боялся, но вот так вот, взявшись и тренируясь, тренер, спикер, как говорить, как структурировать, в каком темпе, в каком ритме и так далее, шаг по шагу, улучшаю, улучшаю. Все, сейчас все лучше и лучше. Кстати, как вам? Вот. Было еще очень много страхов, ну, например, когда я вдруг понял, что идеи, про которые мы с Катей задумали, они не только про Россию, они актуальны для всего мира, и
И люди, которые в мире, в других странах, ты, у них все то же самое, и у них тоже много чего не хватает для процветания. И был страх, что ну, я не очень хорошо говорю по-английски. И как я донесу, и все, значит, я должен ограничить аудиторию воздействия только так, русскоязычным, да, аудиторией. Был страх. Так я поехал в Сингапур на 3 недели заниматься английским языком, значит, и поставил себе челлендж выступить в конце выступления перед ассоциацией сингапурских или юго-восточных спикеров, ну, с речью, своей первой речью на английском языке. И мне было очень страшно. Но я поехал и это сделал, и теперь я понимаю, что... И все вот эти вот штуки, они все происходят именно потому, что у меня есть большая мечта. У нас с Катей есть огромная мечта. И у нас есть большой страх не реализовать эту мечту. И поэтому все остальные страхи я с помощью этого основного страха, да, не реализовать свою мечту, я превращаю вот просто в задачи. Потом иду, вот их и делаю. Поэтому... Что я могу сказать, конечно, теперь уже, какие уроки из этого я извлек? Да, конечно, имейте мечту, фантазируйте, делайте коллективное придумывание мечты, идите вместе к мечте, да, и, конечно же, делайте свою, ну, любые трудности, которые вы встретите по дороге, любые страхи, превращайте в задачи, которые требуются решить, вспоминая о том, что ваш самый выгодный страх, ваш самый большой страх не реализовать свою мечту – это ваш самый лучший друг. И, как говорится по-английски, скажу так, что never fear, eagles here. Вот такая по-английски означает, что нет смысла как бы беспокоиться или бояться. Игорь с вами. Вот. У вас теперь все получится, ведь если у меня получилось, я вам честно рассказал, как, то и у вас тоже получится. Спасибо. Спасибо огромное. Друзья, конечно, очень хочется услышать ваши вопросы, наверняка у вас уже много, но если можно, Игорь, я вас буквально прошу коротко рассказать про эту книгу. Она выглядит как обычная книжка, но на самом деле не совсем обычная, ей нужно определенным образом, то есть, пользоваться, нужно не просто ее взять, прочитать, нужно немножко взаимодействовать с ней иначе. Если можно, расскажите, покажите, как эту книгу правильно использовать, чтобы она была максимально полезной. Да. Да, хороший вопрос. Давайте я покажу, как пользоваться. Значит, во-первых, поднимите руку, кто знаком с первой книгой «Жажда», которую я делал. Отлично. Сразу скажу вам, «Жажда без тока, деньги на ветер». Поэтому если... Да. Знаете, да, когда я понял, что... Знаете, для... Вообще, «Жажда» — это обалденная книга, но для некоторых людей она не заходила, именно потому что абстрактное мышление или такие, ну, так, фантазирование и представление, ну, это, скажем так, техника, которая у каких-то, у одних людей сильно распространена, да, у других людей больше логики, у них больше такой системы. И я думал следующее, а как же помочь, или точнее, как дать инструментарий для тех людей, у которых системное построение мира такое логичное, это главный такой вот, ну, инструмент, как дать им в руки специальный инструмент. Так родилась идея книги «ТОК». Это 40 конкретных методов и практик сдвигать себя в лучшее будущее. На самом деле в этой книге самым главным является, на самом деле, там одна глава первая. Можно, вообще говоря, только название прочитать, и уже, значит, ток жизни, значит, внутрь тебя проникает, и все, достаточно. Ну, я рекомендую все-таки первую главу прочитать, и дальше решить, стоит ли читать дальше, потому что, я честно скажу, тот, кто возьмет в руки и прочитает эту книгу, его жизнь больше никогда не будет прежней. А здесь, то есть, назад пути нет.
Поэтому если вы возьмете эту книгу, прочитаете, и с вами случатся изменения, то назад вы отыграть не сможете. Поэтому твердо решите, нужно ли вам изменения вот, в жизни. Ибо, конечно, высшая ценность – это право на достойную жизнь человека. А что такое достойная жизнь, решает каждый сам. И поэтому, если в процессе прочтения этой книги вдруг произойдут какие-то с вами изменения, вы уже не сможете отыграть назад. Поэтому решите, если вы сейчас уверены в том, что ваша жизнь достойная, не берите в руки эту книгу. Это очень опасная книга, она может ударить вас током. Да. А если еще вы в это время возьмете книгу «Жажда» в руки, ну, в общем, поэтому будьте осторожны с сильно действующими, так сказать, способами изменить свою жизнь к лучшему будущему. Да. Поэтому очень практическая штука. Я дальше не буду детализировать, потому что, ну, знаете, я лучше приведу пример. Пример, притча и так далее. Сегодня журналистам рассказал, вам повторю, потому что это был эксклюзив. Журналистам дал, вам тоже даю, всем сегодня даю один эксклюзив здесь, в Доме книги, специально. Вот, готовил специально для вас только, смотрите. У нас у каждого есть два списка. Два листа, два списка. В одном мы пишем то, чем мы наделены. В другом мы пишем то, чем мы обделены. У принца есть такой список. У нищего есть такой список. У меня есть такой список. У Кати есть такой список. Вален, у тебя есть такой список? Если даже ты не знаешь, у тебя есть. У каждого есть такой список. В одном то, чем мы наделены, в другом то, чем мы обделены. А теперь смотрите. Значит, какой список мы читаем чаще? Знаете, ну, давайте. Это упражнение обычно я делаю на тренингах, оно занимает 2 часа. Но сегодня мы сделаем с вами его за 2 минуты. Смотрите, первое, когда мы читаем список, чем мы наделены, ну, смотрите, вот этим наделены, вот этим наделены, еще вот этим, смотрите, расширение, да, о, что-то вот это, да, я еще вон что могу. Когда мы встречаем человека, другого человека, мы говорим, слушай, покажи свой список, чем ты наделен. Мы смотрим, говорим, о, давай так, вот я вот этим наделен, а ты вот смотри, вот этим наделен. Теперь мы наделены вон чем, да мы теперь ого-го, чего можем, да? Ну, все, что задумаем, все случится, да? Представили, да, себе? Можно просто вот на уровне представления. Кино, литература, жизненные ситуации, мы имеем достаточно событий, чтобы воспроизвести это. А теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Смотрим список, чем мы обделены. Вот этим, о, у нас этого недостаточно. Так, но это еще не самое интересное. Встречаем другого человека и говорим, ну-ка покажи свой список, чем ты обделен. Да ты, батенька, даешь. Да? А потом, дальше мы внимательно продолжаем читать свой список, чем мы обделены, и что? И, о Боже, мы постоянно находим то, что мы не учли. А еще мы обделены вот этим. То есть мы усердно пополняем список, чем мы еще обделены. Мы окружаем себя людьми по принципу, у кого есть тоже список, которым он обделен, который он читает. Нашу жизнь наполняют люди, которые обделены, которые постоянно обделены. Чувствуете сжатие? Вот одно состояние – это маленькие люди, и другие люди тоже маленькие, которые обделены. Все, вот они вот так живут. Другое состояние – это вот такие люди, которые вообще-то могут все.
те люди про себя думают, что они не могут ничего, потому что они, ну они же обделены. А они вместе обделены вообще всем, потому что у них в совокупности они вообще всем обделены. Вот когда они вместе, они во всем, что может быть в мире, они обделены вот этим всем. И они об этом постоянно друг другу рассказывают. И в газетах пишут аргументы и факты. Вот, смотри. Доказательства. Когда я оказываюсь, я иногда оказываюсь тоже в этой ситуации. Ну, когда вдруг мне кажется, вот, ну, точнее, как оказываюсь? Я читаю свой список, чем я обделю. Я говорю, так. Ну-ка, пойду лучше почитаю вот этот список. О! Тен-дрен-дан-дан. Все. Вот упражнение. Я за 2 минуты, ну чуть больше, 5 минут, показал упражнение, которое каждый из вас может сделать. Поможет. Вам это список не готов. Книга составлена из 40 способов, и каждый, ну, каждое упражнение — это 40 упражнений, которые составлены из обычных жизненных, стереотипических, скажем так, ситуаций, в которых общественное мнение, ну, то, которое мы носим, оно обычно вот эту ситуацию займет. Чего не хватает, кто-то что-то не сделал, на горбатом мосту бьем касками, говорим, кто что не дает. Вот, ну, читая книгу «Ток», вы приходите к тому, что у вас, в вашем арсенале, достаточно всего, что так, взять то, что у вас есть, на базе этого изменить то, чего вам не нравится. Как это происходит, я сам не знаю, потому что пришел экспериментально к этому. Знаете ли, я физик по образованию базовому, а физика — наука экспериментальная. Физика ничего не придумывает, она берет эксперименты, и дальше обобщает их в законы, потому как эти эксперименты, ну как бы, физика — это наука, которая ищет закономерности, потом нарекает их законами, а потом говорит, давайте использовать эти законы для там, создания машин, механизмов, полезных для жизни, для людей и так далее. Так и Рыбаков, он что делает? Он ищет жизненные закономерности, приводящие к успеху, процветанию и так далее, да? Обобщает, переводит их в законы, в методы и так далее, записывает в книгу «Ток» и говорит, ребят, у меня получилось, теперь ваша очередь. Спасибо. Спасибо. Итак, теперь ваша очередь задать любые вопросы. Да, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы я к вам с микрофоном прошел. И вот здесь вопрос первый. Здравствуйте. Вопрос сразу вполне стандартный. Вы, безусловно, прекрасно мотивируете. Спасибо вам за это. Но вопрос, что вас мотивировало заняться таким, ну, сложным достаточно делом, как писательство? Почему вы решили доносить до людей свои мысли еще и благодаря книгам? Да. Я иногда думаю, мне приходят такие мысли, да, порассуждать на тему. Когда что-то случилось, ты назад оборачиваешься и говоришь, как же это случилось, потому что это невероятный гэп, это очень сложно. Да? Но постоянно, когда я оборачиваюсь, я ловлю себя и на другой мысли, что в момент, когда я принимаю решение куда-то идти, я об этом не думаю. И если я думаю, как это сложно в момент принятия решения, я никогда не принимаю это решение. Я немного уже рассказывал о превращении страхов, которые мешают отправиться куда-либо, превращение этих страхов просто в задачи с использованием главного страха – миссии. Это можно использовать в этом случае. Вот. То есть как бы любые сложности, ну, знаете, нет сложности, есть страшности. Ну, объективно, вот, для человека все подвластно, но если он сам решил в моменте испугаться и, ну, вот испугаться, да, и испугался собственного страха, тогда он рисует это в виде, записывает в виде сложности. Сложно. Что такое сложно?
Ну, жить, вообще говоря, тоже сложно. Вот жить, смотрите, каждое утро вставать, чистить зубы, там, одеваться. Тоже сложно. Но если делать это изо дня в день, привыкаешь и как бы, ну, уже не замечаешь этих сложностей, потому что это, ну что, ну да, как бы, ну все. Поэтому, в принципе, я просто привык к определенным вещам. Мы, кстати, если так говорить, мы все привыкли к этим вещам, и хочется мне завершить этот вопрос именно следующим. Смотрите, между феноменальным успехом и гигантским провалом с точки зрения усилий разница 0,1%. Усилий для гигантского того и гигантского этого требуются одинаково. Разница на 0,1% это то, что окрасит гигантскую эмоцию радости и ощущения «Вау, получилось!» или гигантскую эмоцию «Вау!» полный провал. Поэтому сложность это то, что вначале дает тебе возможность подумать, хочешь ты кайфануть и принести себе удовлетворенность от того, что у тебя получилось, или ты запишешь потенциал возможного вот этого вот кайфа или радости, ну, обратишь его в такой, ну, сложно, не пойду. Ну, отложишь или, ну, и либо отложишь, либо вообще заблокируешь себе туда проходку. Это такая, знаете ли, манипуляция, написать что-либо в виде сложного или даже невозможного и так далее. Ну, либо манипуляция откладывания, либо манипуляция самоограничения. Вот. И это очень похоже на отшельников или монахов, которые закрываются в келье, и вот они себе вот во всем отказывают. Вот люди, которые часто говорят себе слово «сложно», они в некотором смысле, ну, монахи. Они хорошие, но они монахи. Спасибо. Вы читаете отзывы на свои работы, потому что я почитала с удивлением, обнаружила очень много прекрасных отзывов, но обнаружила несколько плохих. И вот как вы относитесь именно к плохим комментариям на ваши книги? Ну, честно, мне очень неприятно, мне... Ну, вот так, блин. Ну, это честно. Но... Как вот с точки зрения чувства, да, то есть неприятно, с точки зрения такого прагматики, мне нужны разные отзывы. Они, ну, первое, дают разную картину, подтверждают о том, что мир разнообразен, и пусть цветут все цветы, как говорили мудрецы, все цветы там и так далее. То есть, ну, я в этом смысле питаюсь разными вещами, они меня мотивируют. Опять же, вот представьте себе картину. Я не представляю. Вот бах, и все отзывы такие, кисельные берега. Все? Не, ну вот все, смотрите, вот все. Все, жизнь остановилась, все. А дальше? А что улучшать? А где недовольные, а где? Поэтому, слава Богу, что есть разные отзывы, да. Просто... Я, конечно, хотел бы, чтобы было больше таких, ну, вдумчивых отзывов, потому что там есть пласт таких, ну, хейтерских отзывов, которые, ну, грубо говоря, не читая книгу, говорят, что да. Ну, это тоже видно сразу. Поэтому я такие просто, ну, игнорирую. Вот. А те вдумчивые, которые говорят, слушай, вот если здесь вот это улучшить, во, а вот это, ну, явно было лишнее, это очень круто. Потому что это позволяет включить думалку и реально, ну, пройти в следующее измерение. Это очень круто. Спасибо. Еще один вопрос, Матвей. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Игорь здесь. Ну ладно, в общем... По правому флангу, Игорь. Игорь Попов. Да, Игорь, вопрос следующий. Существуют ли в природе люди с одним списком? Если да, три фамилии вашего окружения людей, которые обладают только одним списком. Списком Forbes. Ну, конечно же, это
прием инструмент. Я не видел людей, обладающих одним списком, но вы задали очень классный вопрос, потому что обалденно трудно составить список, чем ты обделен. На упражнениях, которые я даю, значит, обычно люди очень быстро пишут то, чем они наделены, но над списком, чем обделен, ну, буквально мне приходится создавать такую среду, да, чтобы люди достали из себя, чем они обделены. Это очень сложно. Люди не привыкли, представьте себе следующее. Вот. Люди не привыкли работать с этим списком. И обычно они, есть такой психологический прием, когда люди приходят и встречаются с другими людьми и говорят: вот, ты это делаешь не так. Вы знаете, кто психологию читал, знаете, это люди про себя говорят. Кто знает о том, что когда ты резонируешь про какого-то человека и замечаешь у него что-то, на самом деле это ты про себя. Тебе не нравится это в себе, но ты это не записываешь в список, чем ты обделен. Ты говоришь: вот, ты вот что-то не то делаешь. На самом деле это про твой список. Поэтому техника составления своего списка, это у некоторых людей, я прям рекомендую, кто не может составить свой список, они говорят, они такое ощущение, что они ничем не обделены. Да, да? Я им говорю: ребята, окей. Проведите, обзорв, то есть на кого вы реагируете, кто вам не нравится, с кем вы встречаетесь. Запишите, кто вам не нравится и что именно вам не нравится. Напишите это в список и подготовьтесь к нашему тренингу, и мы вместе смотрим. Обычно к концу тренинга практически все, на что люди прореагировали в других людях, переходит в их список. Поэтому моя практика показывает, что у всех людей есть оба списка. Но кто-то игнорирует наличие этого списка и говорит: у меня его нет. Это нормально. Потому что, в конце концов, смотреть правде в глаза, вы знаете, это... Помните, я начал с этого. Право на достойную жизнь – высшая ценность, но что такое достойное, каждый решает сам. Поэтому иметь два списка, но говорить, что у тебя один – это... тоже право каждого на достойную жизнь. Спасибо. На самом деле я за вами слежу еще с самого первого вашего видео. Игорь Владимирович, да, я тут. Даже стал специально. Вот. И у меня такой вопрос к вам, очень интересный на самом деле, да, так как я занимаюсь продажами, да, и мой заработок только от меня зависит в день. Такой вопрос вам. Что вы делаете со своей ленью, боретесь или берете ее хитростью? Ведь она есть у каждого, она даже просыпается раньше нас. Окей. Лень. Но я начну с вопроса, он был сформулирован: мои продажи зависят только от меня. Неправда. Ваши продажи зависят от того, какое благосостояние людей, среди кого вы живете. Они гораздо больше зависят от среды, в которой вы продаете. Действительно, если вы в пустыне, попытаетесь кому-то что-то продать, вы долго будете искать хотя бы одного платежеспособного клиента. Бедуинам пришли, они говорят: слушай, мы тут вот как-то... У нас и денег-то нет. Да, поэтому, смотрите, это одна из типичных стереотипических убеждений, что вот мы решаем, как... Среда, в которой мы живем, определяет, какими мы будем. Поэтому, если мы живем с вами в засушенной пустыне, мы будем колючками или кактусами. И если мы живем в тайге, где все есть, но все низенькое и мало, то есть по чуть-чуть, мы будем маленькими такими мышками, которые... Если мы живем в Сибири, где есть ресурсы и все... Там все есть, и ходят там лоси, но хищников много, и конкуренция больше. Если мы живем в джунглях, где тропики, там все насыщено, там жизнь благоухает, бананы висят и так далее. Там продавать гораздо выгоднее, потому что там пришел, выставил, у тебя тут сразу набрали, тут много и так далее. Поэтому на самом деле очень многие
предприниматели и люди, и бизнесмены, когда я говорю, смотрите, ребята, как выгодно, выгодно во всех смыслах, не финансово, выгодно жить в преуспевающем обществе, ну, преуспевающем, благоухающем, больше улыбок, больше дорог, больницы, все есть, все, продавать легче, более платежеспособные клиенты. Смотрите, как классно жить, когда у всех все получается, и все вокруг улыбаются. Именно поэтому мы с Катей решили заниматься именно средовыми настройками создания среды. Потому что именно среда накапливает кумулятивный эффект, и каждая сделка, которая происходит в благоухающей среде, она более выгодна для каждого. И поэтому win-win-win, тройная win-стратегия, это самое главное, о чем я хочу, чтобы вы сегодня запомнили и усвоили. Это когда ты выиграл, он выиграл, и среда, в которой вы совершаете сделку, тоже выиграет. Заботьтесь о среде, потому что именно среда накапливает то, что будет увеличивать эффективность каждой последующей вашей операции. Не только вашей, а всех. И коллективная выгода будет феноменально, и индивидуальная больше, и коллективная больше, и каждая следующая сделка больше, и все. Так выгодно жить. Поэтому очень важно, спасибо за вопрос, и точнее, спасибо за подводку, которая позволила мне показать, насколько важна среда, что среда гораздо важнее индивидуальных качеств каждого. В школе меня учили, что вот индивидуально это на самом деле фигня. Полная фигня. На самом деле общество учит тому, как выживать. Хорошо, если ты выжил, и ты не умеешь процветать, что дальше делать? Ну, ты выжил. То есть так и будешь в засушенном состоянии. Вот. И другой выжил. И вот они, эти выжившие куцы, значит, колючки, значит, они говорят, выжили, ну теперь давайте попробуем отобрать друг у друга то, что... Дальше понятно, что будет. Поэтому у нас с вами есть гигантский резерв. Это хорошая новость. Гигантский резерв. Экономика и благосостояние нашего общества в 10 раз больше. А то, что оно сейчас закручено на 9 единичек, знаете, у батареи 10 единичек, но сейчас наше общество работает на одну единичку на этой батарее, это потому, что мы вообще не используем потенциал коллективного действия. Используем только единичку, это потенциал индивидуалистического действия. И вот твой вопрос, он и был. Все зависит от меня, я продаю и все. Вот, пожалуйста. В этом вопросе все и зашито. Да, в пустыне все зависит от тебя, и возможно ты выживешь. Но даже если ты выживешь, ты будешь жить. Низенько, низенько. А я хочу, чтобы мы все жили, каждый, ну, все и каждый, высоко, высоко. И теперь переходим к лени. Да, про лень все очень просто, смотри, с ленью ни в коем случае нельзя бороться. Вообще ни с чем нельзя бороться. Если вы с чем-то боретесь, вы обрекаете себя на вечный страх. Муки, страх, стресс и проигрыш. Навсегда. Вот, нельзя бороться. Нельзя бороться со стихией. Нельзя бороться с ветром. Нельзя бороться с цунами. Нельзя бороться. Бесполезно! А что надо делать? Читай в книге ток. Спасибо. Да. Пожалуйста, вопрос от микрофон. Вот там этот вопрос. Вот, да, там, где микрофон, пожалуйста, вот там вопрос. Здравствуйте, Игорь. В первую очередь хочу поблагодарить вас за пример в бизнесе, за пример в семье, вот, и за то, что вы, в принципе, делитесь с нами этой информацией. Это очень важно. Спасибо большое.
Вот. И зная все ваши достижения и результат, который у вас сейчас есть, у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Как удалось совместить бизнес и семью, особенно такую достаточно большую, из 4 детей? Вот, это первый вопрос. Второй, ну, или по порядку, их просто у меня 4. Как? Ну, давайте один выбирайте самый. Самый? Который хотите. Ну, давайте, сейчас я... Ну, давайте я расскажу все, ну, все 4, а там, как бы... Мы проголосуем. В общем, голосовать... А можем первый выбрать и по нему пойти. Давайте, хорошо. Ну, давайте первый. Да. Да, значит, ну, первое. Мой результат не мой результат. Это одна из... я сейчас вот отвечаю на вопрос, сказал, что... Ну, молодой человек сказал, мой результат, правда. Мой результат – это доказательство феноменальной силы российского сообщества. В моем случае, или вот в случае Технониколь, как дело, или семья, как вот Катя здесь сидит, Аленушка. А где Полина там? Где? А, Лёва, привет. Вот. Слушайте, это доказательство феноменальной возможности нашего общества воспроизводить и создавать обалденно работающие ячейки. Ну, или сообщества, или субкомьюнити. Это доказательство. Это мы с вами. Именно благодаря российскому обществу из российских людей создан Технониколь. Из российских нижнетагильских женщин, девушек, да? Из магнитогорских парней, значит, такая прекрасная, значит, семья и детишки, да, замечательный Лев, Алена здесь, спасибо, что пришли, ребята. Вот. И это мы с вами. Это мы с вами. Это доказательство, что мы можем делать такие вещи. Можем. Но мы читаем список, чем мы обделены. Часто. Давайте запомним, результатом нашего общения будет то, что мы можем, и это доказательство, это будет... Мы запишем, каждый запишет это в список. То, чем мы наделены, каждый, потому что то, чем наделено сообщество, наделен каждый. Это кумулятивный эффект. Каждый наделен. Каждый сегодня знает, смотря какие ролевые модели есть, он знает. Две ноги, две руки, и все то же самое. И у меня то же самое. Если у него получилось, у меня тоже получится. Да, это так. Поэтому это не мой результат, это наш результат, это доказательство, что мы могем, у нас есть. Наше общество родит. Мы можем, будем использовать и чаще вспоминать эти ролевые модели, все случится. Теперь по поводу work-life balance. Черт побери, меня прям буквально постоянно спрашивают про тайм-менеджмент, про какие-то глупости, связанные, откуда что убавить и куда бы что добавить. А потом бы отсюда бы убавить и потом туда добавить. И постоянно быть в стрессе, что что-то как не убавляй, не добавляй, больше не становится, и все равно в стрессе живем. Да? Это по поводу как совместить. Но дело в том, что вопрос-то задан из разряда как совместить, в смысле, чему уделить больше времени, чему меньше и так далее. Жизнь континуум. Жизнь не состоит из того, чего надо совмещать. В конце концов, система, из которой вы задали вопрос, это система мышления, что, ну, возможно, для вас жизнь состоит из этого, что надо совмещать, а тогда постоянно вопрос, откуда убавить и куда добавить. Но ведь это же всего лишь такое представление. Представьте себе человека, это такая тарелка. Ну вот мое тело – это тарелка. Ну, тарелка может быть как таз, такой расплывшийся. Или такая тарелка.
Да? Ну, тарелка. Представьте себе, что представление или комбинация моих убеждений – это представление повара, который сейчас думает, какую заливную рыбу ему приготовить. Представление. Или это в придорожной харчевне чувак, значит, там рыбу, значит, говорит, да, сейчас пожарим вот так, и на тарелку выбрал. Или это мишленовский, или какой-то там ресторан, там какой-то, когда повар говорит, сейчас вот такое приготовим. Представьте себе, что наше сознание, оно постоянно кушает рыбу. Да? Это особым образом приготовленные эмоции. Это рыба, определенным образом приготовлена. Либо вот просто пожарили, говорит, на, жри. Или рыба. Блюдо. Вкусно. Представьте себе творческие какие-то присадочки, творческая энергия. Это как соусы, чем повар подливу делает для этой рыбы. Ну, представили себе? То есть, в принципе, какую рыбу мы для себя приготовим сегодня или завтра, и так далее, зависит исключительно от наших представлений. Потому что эмоции – это всего лишь раскачка нашего… Это всего лишь волны. А вот в какой цвет будут раскрашены эти волны, какие у них будет обертона – это представление повара. А на какой тарелке это все будет лежать? Это тело. На такой или вот таз. Или вот нажри там что-то. На салфетке. Представили? Все очень просто. И все очень сложно. Сложно, потому что меня этому никогда никто и нигде не учил. Сложно, потому что количество просвещающих центров, ну, людей, от которых ты можешь просто взять эти знания, что есть и другой путь мышления, количество таких центров минимально. Я не называю количество центров, которые инфобизом занимаются и учат вас, как work-life balance, там, да? Отсюда убавил, туда добавил, вот это. Нет, ну, это бизнесмены, они просто продают билеты в пещеру, в которой есть тупик. Кстати, в эту пещеру постоянно много визитеров, потому что на ней написано «Пещера, зайдя которую ты найдешь work-life balance». Туда постоянно много визитеров, туристы ходят, ищут. А когда выходят, говорят, мы ничего не нашли, говорят, плохо искали. Приходите еще. Приходите на повышенную серию со специальной стоимостью, значит, со скидкой 40%. Они приходят, они ищут. Они ищут. Ибо право на достойную жизнь. Ну, вы знаете, да? Поэтому мой вам настоятельный совет как ментора. Никогда не слушайте, не читайте и не действуйте советом людей, которых вы лично не знаете. Никогда. Пожалуйста. Здравствуйте, Игорь. Хочу сказать, что восхищаюсь больше вашей женой, чем вам. Я сама четвертый. Потому что я согласен с вами. Я сама четвертый ребенок, как Алена, и спасибо, что не останавливаетесь на первых двух. Нам тоже хочется появляться на свет. Вот. Да, Алена. О, это самое нестандартное заявление. Нам тоже хочется. Ну правда, просто. Вот, я благодарна родителям, и просто многие имеют убеждение, вот как мой знакомый Тимур, что, ну, конечно, когда у тебя столько денег, почему бы не рожать и больше, да. Вот. Мой вопрос... Право на достойную жизнь, помните? Иметь свои убеждения, комбинацию своих убеждений. Да, я занимаюсь, пою с детства и занимаюсь вокалом. И вот как вы сейчас говорили, в пещеру, я как-то так пошла, чтобы мне просто стало интересно в предпринимательстве, что-то новое, для себя.
И вопрос мой заключается в чем? В том, что я знаю, что вы являетесь ментором, да, вот по бизнесу. И вот я точно могу сказать, что я благодарна своему педагогу и не одному, да, в моей жизни, который составил мой голос, ну, как бы вместе со мной я тоже проделывала большую работу. И это важно, иметь хорошего педагога по вокалу. И вот скажите, чем наставничество отличается от просто вот встреч, вот таких консультаций, и как получить хорошего наставника по бизнесу, вот, да, потому что, ну, вот, очень многие думают, ну, как бы говорят сейчас, что если у человека много денег, там, у меня там друзья, ну, мой знакомый говорит, вот у меня друзья там очень много денег, и, ну, у них нет наставников там по бизнесу. Но для меня просто педагоги действительно, ну, как бы важную роль оказывали. Да, спасибо. Да, наставник, да. Ну, давайте обобщим. Обобщим почему? Потому что затронем более высокий уровень, который лучше ответит на вопросы каждого. Ну вот давайте поднимите руку, кто не согласен с утверждением следующим, что мы являемся, то есть все мы состоим из тех людей, с кем мы так или иначе взаимодействуем или общаемся. Поднимите руку, кто с этим не согласен. Вот ответ вам на вопрос, что так называемая передача от одних людей другим, ну это вообще говоря, вообще самое главное. Когда говорит математика главная или физика, или там какое-то освоение какого-то другого действия или знания главное, это ложь. Это не главное. Главное – это мы все люди, мы все социальные такие индивидуумы, мы живем в обществе, и все, чем мы, все, что нас, мы как вода, мы вода, которая вошла в нас от тех людей, которые рядом с нами. Каждый человек, для другого может быть либо, ну давайте так, наставником по списку, помните, как жить, постоянно питаясь в списке, чем мы обделены, либо наставником по списку, чем мы наделены и как дальше. Мы все друг другу наставники. Мы, если хотите сказать, каждый человек проводник. Каждый человек проводит что-то. Он проводит идеи, мысли, действия, образ действия, комбинацию убеждений или какие-то убеждения. Да? Мы все наставники друг от друга. Поэтому разговор со случайным попутчиком в поезде, после которого ты утром выходишь и говоришь себе, ты не помнишь, как его звали. Ты не помнишь, я не помнил, как его звали, но я выходил из поезда и говорил, я вот это изменю, вот это сейчас сделаю, то, что я откладывал или не делал. Этот попутчик для меня был наставником. Да, и те наставники, которых я помню в лицо, там, по физике наставник, который за 3 недели влюбил меня в физику и в красоту, физичность мира, в поиск закономерности и вообще огромные вещи, которые вот книга «Ток», они связаны с тем, что ну, поиск, нахождение и формулировка закономерности и использование их, а потом, так это же это физика. И он влюбил меня в эту физику. Это опять наставник. Вообще мы все состоим из людей, которых когда-либо с нами говорили, или мы с ними говорили. С кем мы говорим, это очень важно. Знаем ли мы их лично? Или мы в Инстаграме готовы поверить тому, что там говорят с той стороны экрана? Поэтому, конечно, наставники, которых вы знаете лично, которых вы видите, которые живые люди, которых вы видели, которых вы можете потрогать, которых вы можете посмотреть, а что у них в жизни случилось? Или наставник-психолог, которого ты берешь советы, у которого в самого жизни ничего не случилось? Очень умный психолог. Ну такой умный, что у него жизнь развалена, разведенка, дети там в ауте, они судятся, у кого с кем будут жить дети. Просто посмотрите, от кого вы питаетесь. Мы питаемся только от людей. Поэтому на самом деле все остальное,
это не важно. Самое важное – наши наставники. В деле, в образе мышления, в чем? Наставники – самое главное. Но общество и наша среда, которая нас окружает, она состоит из людей, ну, наших наставников. Поэтому в пределе всегда стремитесь окружить себя людьми, которые никогда не позволяют вам быть менее яркими, чем вы можете. А вы в ответочку. Да. Да. А вы в ответ в качестве благодарности им тоже не позволите быть менее яркими, чем они могут. И кумулятивный эффект приподнимания друг друга удивит вас. Но это все в случае только списка, чем вы наделены. И кумулятивный эффект опустошения и деградации и сжатия тоже удивит вас. Это в случае, если вы читаете список, которыми вы обделены или он обделен. Потому что наставники, там тоже наставники, они говорят, как курить, бухать, пить, как можно еще заниматься. Можно заниматься разными, очень достойными делами, повторяю. Это тоже достойные дела, которые в определенном обществе считаются достойными. Но каждый решает сам, что достойно. Поэтому везде одни наставники. Спасибо за вопрос. Большой вопрос вот там в нашем кафе, да, пожалуйста. Вот там, молодец, так, да. Игорь, чем отличается мышление миллионера от мышления миллиардера? По сути, вот короткий вопрос. Да, ну, миллионер думает, как еще заработать следующий миллион. Миллиардер думает, как изменить мир, чтобы все люди тоже заработали миллион или миллиард. Вот примерно так. Игорь, Екатерина, добрый вечер. Вы упомянули Сибирь, хищников. Еще вчера я был в Новосибирске, я там живу. Увидел ваш пост в Инстаграме, срочно нашел дела в Москве. Провел сегодня кучу встреч. Где-то полгода или год назад вы упоминали о том, что планируется открытие рыбаков фонда в Новосибирске, то есть искали партнеров. Все-таки планируется открытие филиала рыбаков фонда в Новосибирске или нет? Ну, видимо, уже, да? Вот президент рыбаков фонда Катя, моя супруга, но теперь партнер, потому что одно дело, ты живешь с женщиной, кто мать детей, супруга, семья, теперь Катя мой деловой партнер, президент рыбаков фонда. Я бы ничего не смог сделать в рыбаков фонде в одиночку, потому что команда, коллектив, группа и, конечно, Катя. Катя – это особая энергия, и это очень важный взаимодополняющий партнер. Поэтому поговорите, и, возможно, у нас уже будет представитель, и это очень здорово. Спасибо. Спасибо большое.